Привет! Сегодня мы с вами отправимся в удивительное путешествие к потрясающему месту. Как вы уже прочитали в названии, это место – это храм сновидений. Поэтому лучше всего использовать эту медитацию тогда, когда вы будете чувствовать, что вам необходимо расслабиться перед сном. Может быть, из-за того, что вы испытываете какие-то трудности с засыпанием, а может быть, просто потому, что у вас был насыщенный день, где было много событий, эмоций, мыслей. И теперь вам необходимо время для того, чтобы переключиться и настроиться на сон. Итак, занимайте максимально удобное положение. Идеально, если это будет положение лежа. Так, чтобы вам не приходилось прикладывать специальных усилий, чтобы поддерживать положение тела. Чтобы вы могли растечься по поверхности и позволить себе расслабиться. Переведите фокус внимания на свои ощущения. Заметьте, как вам дышится. И вы можете сделать несколько свободных, глубоких вдохов и выдохов, не спеша, так, чтобы на каждом выдохе расслабляться еще больше. Вы можете пройтись вниманием по всему своему телу, от макушки до кончиков пальцев рук и ног. И заметить свои ощущения. Если вы будете отмечать, что некоторые мышцы все еще напряжены, позвольте им расслабиться. Обратите внимание, расслаблены ли мышцы вашего лица. И вы можете еще больше расслабить лоб. Маленькие мышцы, которые поворачивают наш взгляд в разные стороны. Мышцы челюсти. Расслабить шею в том месте, где она соединяется с головой, и в том месте, где она соединяется со спиной. Расслабить плечи. Грудную клетку. Заметить, как приятно дышать свободно. Расслабить спину. Почувствовать, как она соприкасается с поверхностью. Расслабить живот. И ноги полностью до кончиков пальцев. Почувствуйте, как ваше тело действительно растекается по поверхности, и вам ничего не нужно делать специально. Можно позволить себе отдохнуть. И когда вы сосредоточились на внутреннем и происходящее снаружи, больше вас не отвлекает, вы можете обратить внимание на темный экран перед вашими глазами. На нем могут появляться различные образы. И сейчас вы можете представить себе, как вы выходите из этого помещения, где вы находитесь, чтобы отправиться в удивительное путешествие. Лучше всего, если вы будете позволять образом приходить самим. Но если они не приходят, ничего страшного. Вы не можете сделать это неправильно. Если вы будете создавать образы сами и даже экспериментировать, пробовать, это тоже в порядке. Итак, представьте себе, как вы идете по некой тропинке,
и вокруг вас разворачиваются прекрасные пейзажи. Вы можете их рассмотреть, видеть, слышать, обонять все то, что происходит, а может быть, даже прикоснуться к чему-нибудь. И в какой-то момент тропинка под вашими ногами приведет вас в удивительное место. Возможно, этот пейзаж станет неожиданным даже для вас самих. Ведь это то место, где находится ваш уникальный и неповторимый храм сновидений. Место, где рождаются сны. Откуда приходят образы, сюжеты и смыслы ваших сновидений. И прежде чем войти, вы можете рассмотреть этот храм снаружи, как он выглядит, из чего он построен, какого он цвета. И когда вы будете готовы, вы можете переступить его порог, замечая, как только вы вошли, ваше состояние уже начинает меняться. Ведь вы попали на территорию сновидений. Ваши ощущения начинают меняться. Может быть, даже эмоции и чувства. И вы можете не спеша, с интересом и даже с удивлением рассмотреть ваш храм, в котором рождаются сны. С его удивительными интерьерами, предметами, которые там есть. А может быть, даже в вашем храме есть хранитель сновидений или хранительница сновидений. Тот или та, кто создает для вас удивительные образы, символы и сюжеты ваших снов. И, конечно же, в этом храме есть прекрасное место, где можно лечь для того, чтобы уснуть и видеть сны. И вы можете отправиться туда сразу. А можете еще раз смотреть и насладиться видами внутри этого храма. Поговорить с хранителем снов, если он у вас есть. Насладиться своими ощущениями в этом прекрасном месте. Когда вы будете готовы, вы можете уютно разместиться в том месте, которое предназначено для ваших спокойных и счастливых снов. Заметьте, как вы там себя чувствуете, что в этом самое приятное. И позвольте себе в своем темпе погрузиться в мир сновидений, в мир ваших уникальных образов и смыслов. В умиротворении, спокойствии и с удовольствием.